призовой фонд от имперского общества кровного собаководства «Держава», от компании «Отличная корма», компании «Pet Hit» уже у нас у вас стоят, а на ринге 10-я группа. Из двух собак, и судья уже готова нам сказать, какая же из собачек победитель. Так как собачек две, давайте мы сразу назовем победителя. Победителем становится Афган! Прошу прощения, я не услышал судью, она мне... Она сказала, Афган второй! Я извиняюсь, это моя вина. Итак, Афган второй, а победитель — русская псовая борзая.